Что-то неизвестное меня пугало. Чего? Что за гребаная АСМР? Харе! Не оглядывайся, беги. Именно в эту секунду хочется оглянуться. Ребятушки, привет! Меня зовут Андрон, ты на канале Лесин. Андрон Лесин. Рад снова приветствовать вас на прохождении, наверное, на окончании прохождения игры Find Yourself. Предыдущий ролик, вот ссылочка на него, закончился, как-то очень прям очень молниеносно. Стоило, наверное, записать предыдущую серию вместе с этой вместе, но что сделано, что сделано. Приглашаю тебя в игру посмотреть, чем все закончится. Погнали, полетели. Пойдем посмотрим. Поехали. Акт 5. Я полагаю, финальный. Madness Ends. Конец безумия. Безумие будет окончено. Сука, но нельзя так начинать. Не оглядывайся, беги. Именно в эту секунду хочется оглянуться. Там ничего нету. Не оглядывайся, беги. Бегу. Смерть — это твое единственное спасение. Умри. Да иди ты в задницу. Иди лесом, коза североамериканская. Хохотушка ты. Кричи, когда тебе захочется. Хорошо. Все сказала. Так, теперь, что мы делаем дальше? Теперь выпусти нас отсюда. Запыська! Я избегал подземного метро, чтобы больше не сталкиваться со своими страхами. До этого дня мне удавалось с ними справляться. И чё? О, хорошо. О, еще одна запытька. Что-то неизвестное меня пугало. Чего? Что за гребаная АСМР? Харе! Что-то неизвестное меня пугало, я боялся несуществующих монстров. Это было лишь мое воображение, я не хотел верить в то, что моя мать была настоящим монстром. Да нет, братиш, монстр не мать, монстр ты. Клоун. Возьми клоуна. Ничего личного, клоун, но я должен взять тебя. Как ты берешься, а клоун? Как взять клоун? Ну я же хочу взять его. А как зовется сексуальное извращение, когда кто-то занимается шпили-уили с клоуном? Так вот, я очень хочу взять клоуна. Мальчика, пропавшего 6 дней назад, нашли местные жители. Его обнаружили в заброшенной хижине за городом, рядом с парком. По словам мальчика, его похитил мужчина, переодетый клоуном, когда он был на отдыхе со своим отцом. Ребятушки, отсылка на третью часть. Вот тебе ссылочка на нее. Мы уже читали. Вот ровно тот же самый текст мы уже читали. Возьми клоуна. После того, как меня похитил маньяк в костюме клоуна, мое сознание отделилось от реальности, и я начал погружаться в астрал. Я хочу взять клоуна и погрузиться в его астрал. Клоун! Сука. Клоун не берется. Ну да ладно. Теперь ты возьмешься? Ну блин, ну я хочу клоуна. Ну пожалуйста. А, погоди. А, у нас же есть вот так. Не берется клоун. Ну да ладно. Пошли дальше. Ну теперь ты возьмешься? Нет, клоун не берется. Ладно, что от нас дальше требуется? Чё вы хотите от меня, игра? Чё нуна? Что? Так, это мы тоже видели. Стивен и Нэнси. И еще одна газетка, да? Люди, изображенные на фотографиях, были моими настоящими родителями. Тогда я не мог это... Чего воедино, поэтому был слишком мал, чтобы понять, но теперь я понимаю. Сегодня ночью из психиатрической лечебницы сбежали два пациента, мужчина и женщина. Они представляются супружеской парой, входят в доверие и могут нанести вред окружающим. Будьте осторожны и не вступайте с ними в контакт. При любом подозрении звоните в местную полицию. Где ты, хохотун? Вон он. Нет? А, нет, это просто красный знак. Где эта хохотушка, мой хороший? Вон кто-то стоит. Ай, блин, кто-то стоит. Ну да ладно. Так. Ну и что дальше?
А что-то я поплыл. Харе смеется. Вот ведь долбоящер, а. Ну харе, харе ржать. Так, а, запусть-ка. Красное солнце озаряет путь белому рыцарю. Он сможет найти выход, если последует против черной тьмы. Я понял. Знаки, символы. Мы к ним сейчас вернем. А! Вот мы к ним и вернулись. Поехали. Красное солнце. Символ один. Красное солнце. Хорош. Озаряет путь белый рыцарь. Символ два. Он сможет найти выход, если последует против черной тьмы. Так. Белый крест. Третья звезда Давида. Белый крест. Вот он, белый крест. Третья звезда Давида. Где звезда Давида? Так, а какая она у нас там? Цвет, цвет, цвет звезды Давида. Черной тьмы. Черная звезда Давида. Это она? Но это не похоже на... Нет, это не она. Вот! Вот она, черная звезда Давида. Пошли дальше. Синее изображение, ну, определение женщины. Вот она. Хорошо. Это все несложно. Дальше что? Шептала ему, будь сильным. Белый рыцарь. Белый крест. Белый крест, белый крест. Это он. Это он. Хорошо. Дальше ждет борьба за зеленые луга. Зеленый шестой символ. Что там у нас? Треугольник перевернутый, да? Ну давай же зеленый. Вот он. Зеленые луга. Хорошо. Рыцарь нашел победить черную ведьму. Черный странный знак. И восемь звезда. Черный странный. Вот он, черный. Так, тихо, мать. Мне не было страшно. Черный. А я уже. Я. Она меня немножко шуганула, и я забыл, чем мне нужен. Так. Желтая звезда и зеленые четыре четвертинки. Желтая звезда и зеленые четыре четвертинки. И все? Это все? Это все, что ты от меня... Здрасте. Забор покрасьте. Кто вы, мадам? Кто вы, мусье? Пробуждение. Очень странная концовка. Мне кажется, это концовка. И я думаю, она будет гиперстранной. Питер, ты готов сегодня поговорить о своем детстве? Спросил меня доктор. Я же Питер. Да? Судя по всему. С раннего детства моя жизнь была кошмаром. После того, как моя мать пропала, я жил в приюте. Я никому не рассказывал, что... произошло на самом деле. Тебе все еще снятся кошмары? Спросил меня доктор. В приюте мои кошмары прекратились. Меня не покидала мысль, что я убил свою мать. Я всю жизнь жил с болью. Теперь я выяснил, что это сбежавшие психи убили моих настоящих родителей, пока я был совсем маленький, и завладели нашей жизнью. Те самые психи, сбежавшие из психбольницы, да? «Как ты узнал это?» – спросил меня доктор. На что я ему ответил? «Сегодня после стольких лет я погрузился в астрал. Я увидел все, что со мной происходило в то время». А я могу голову повернуть? Нет, это кат-сцена. Я должен именно на окно, да, смотреть? «Там ты встретился с ней? И что произошло дальше?» – спросил меня доктор. Я победил ее и одолел свои страхи и осознал, что тогда, в детстве, я себя спас. Сука, ты несешь какую-то чушь. Да? Я несу тортик. Нет, бро, ты несешь какую-то чушь. Я так не думаю. Я же говорил, что это я, моя тень, я тот демон. Ская великий предсказатель. Это все финал Эмика Геймс. Ребятки, мое
Мои глубочайшие извинения за то, что я не записал 4-й и 5-й акт вместе. Ну, соряшки. Ну, простите меня, дуру грешную. Ну, так получилось. Ну, вот такой вот странный вышел ролик. Ну, хоть не выкладывай, честное слово. Дебильная концовка. Прикольная игра. Прикольная игра ни о чем. Рекомендую ли? Да, наверное, да, если тебе не жалко 130 рублей. Мне кажется, именно столько она стоит. Но недорого, недорогая вообще. Все, ребят, саундтрек. By Wizlak Astral. Astral. Все. Все, ребятушки. Засим. Я тебя даже о лайках просить не буду. Если вдруг посчитаешь нужным, пожалуйста. Но я тебя просить о них не буду. Дизы, тоже на твое усмотрение. Подписка на канал... Как пожелаешь. Комментарии под роликом, если тебе есть что сказать. Я же готов тебе пожелать. До... Я тяну время, вдруг что-то еще случится. Find yourself. Я тебя понял. Я же готов пожелать тебе доброго. Получим достижение «Новая тайна». Все заново, что ли? Нет, увольте. Нет, больше я туда не пойду. Доброго утра, дня, вечера. Что у тебя там? Пока.